Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном клубе на третьем концерте цикла «Sax Days» сезона 22-23 годов. Сегодня у нас такой маленький фестиваль. Будут выступать три ансамбля с разнообразной музыкой. Я думаю, вам будет интересно, потому что будет звучать и стандартные композиции, и композиции современных джазовых музыкантов, которых вы, может быть, и не знаете. Но мы даем вам возможность познакомиться с их творчеством. Делаем своего рода промоушен. Сейчас я хочу пригласить на сцену ансамбль, который будет выступать первым. Это ансамбль класса профессора Жанны Абрамовны Ильмер Российской академии музыки имени Гнесиных, кафедры инструментального джазового исполнительства. Пожалуйста. Пожалуйста. В общей сложности они будут играть 5 композиций. Первые 3 я сейчас объявлю, а потом в небольшом перерыве объявлю следующие. Первые 3 композиции – это композиция голландского баритон-саксофониста Пера Голдшмидта, которая называется «Forever Frank». Вторая композиция – это композиция, но уже американского саксофониста, очень молодого, подающего надежды, в общем, это звезда нью-йоркской сцены, Эндрю Голд. Композиция называется «Мумба Джумба». И третья композиция – это композиция Маккой Тайнера, которая называется «4x5» в аранжировке известного нашего соотечественника, теперь звезды мирового джаза, Александра Сипягина. И я хочу представить вам состав. Это Омар Саидов, ударные инструменты, лауреат международного конкурса молодых джазовых исполнителей. Контрабасист Петр Павлюков. Тенор-саксофонист Богдан Ефимов. Альт-саксофонист Даниил Воронин. И лауреат международного конкурса молодых джазовых исполнителей, пианист Григорий Иванов. Thank you.
Thank you.
Так, ансамбль продолжит свое выступление и закончит его двумя композициями. Первая композиция – композиция очень известного канадского пианиста и педагога Эрла Макдональда, которая называется «Wanton Spirit». И следующая за ней композиция – это композиция нашего бывшего студента, выпускника, который закончил Беркли, мастер, магистрат в Беркли в Валенсии, остался там, работает преподавателем. Вы его знаете, он сюда приезжал, он исполнял цикл и аранжировку цикла Булата Акуджавы, он флейтист, альтсаксофонист, и звать его Алексей Леон Рейс. Он написал композицию, и мы ее использовали, он прислал, любезно нам ее прислал, то есть последний его альбома. Композиция называется «De la Habana en Moscú», то есть «Из Гаваны в Москву». Thank you.
Тамара Саидов, ударные инструменты. Петр Павлюков, контрабас. Григорий Иванов, фортепиано. Богдан Ефимов, тенор-саксофон. Даниил Воронин, альт-саксофон. Спасибо. Сейчас на сцену выйдет следующий коллектив. Помянем череду. Это квинтет, как вы видите. На ударных инструментах будет играть Елагин Никита. Ярослав Константинов, контрабас. Александр Береженко, фортепиано. Юрий Псянчин, тенор-саксофон. И Анатолий Келли, многократный лауреат всяких международных конкурсов, фестивалей всероссийских, известный, один из самых известных музыкантов на московской джазовой сцене. Я сразу объявлю три композиции. Это первая композиция Рэя Барретто. Называется «Liberated». Да, «Spirit». Уже третья композиция со «Spirit». Обратили внимание? «Phantom Spirit». Вот сейчас «Liberated Spirit». И вторая композиция – это композиция нашего соотечественника, который живет сейчас в Нью-Йорке, один из известных джазовых пианистов нью-йоркской сцены. Это Михаила Цыганова. Его там называют Миша Цыганов. Он написал композицию… Spring Feelings. Исключительная композиция, композиция Рэнди Брекера, которая называется Free Fall, свободное падение. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ударные инструменты. Ярослав Константинов, контрабас. Александр Береженко, фортепиано. Юрий Псянчин, тенор-саксофон. И Анатолий Кели, сопрано-саксофон. Итак, сегодняшний вечер завершает квинтет в составе Омар Саидов, ударные инструменты, Вадим Ким, контрабас, Федор Герасимов, фортепиано, Родион Грищенко, электрогитара, и Анатолий Кели, сопрано-саксофон и альт-саксофон. Я объявлю три композиции. Первый – это «Карлерс Хук» Брайана Робертса. Вторая композиция – «Playing with the Wind» Миши Цыганова. И третья композиция – композиция Криса Поттера, называется «Маритима».
Thank you.
Thank you.
Итак, мы завершаем этот вечер еще двумя композициями. Первая композиция – это композиция Александра Сипягина, называется «Сайт», «Взгляд». И вторая композиция – это композиция Джонатана Крейсберга, называется «21». Thank you.
Thank you.
видов ударные инструменты. Вадим Ким, контрабас. Федор Герасимов, фортепиано. Родион Грищенко, электрогитара. Анатолий Келли, альт и сопрано-саксофона. Спасибо большое. Следующий вечер, заключительный вечер этого сезона 22-23 года будет 24 мая. Приходите, будет два коллектива, очень интересная музыка. Концерт не очень большой, приходите. Начало в 8.